Итак, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Лара Крофт Легенда. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть, чего у нас здесь нет. Так. Который раз мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения? Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Мне уже приходилось этим заниматься. Так, сразу я туда не допрыгну, правильно? Куда? Блин, ладно. Давайте-ка еще раз попробуем. Второй раз мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения. Давай. Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Вперед. Мне уже приходилось этим заниматься. Ускоряйся. Так. А, вот. А я думал, сюда надо куда-то. Хоп. Хопаньки. Ну, еще разок. Давай. Скройся. Вот сюда, давай. Блин. Успел. Ой-ой-ой, тут так все рушится. Это, кстати, в других ларах тоже почему-то есть такие замки, которые во льдах где-то. Ой-ой-ой-ой. Где-то застрявшие. Давай. Ага, так я все-таки прав был, можно было, блин, вот так вот, хоп-хоп, только она не залазила. Так, ага, понятно. Цепляться. Ай-яй-яй-яй. Ой. А-а-а! Блин. А, вот, контрольная точка. Подожди-ка. Давай. Ну, не так, да? А как? Ага. А как я должен вылазить отсюда? Я что-то сразу так не сделал. Да не туда ты прыгнула! Ой, не туда! Так, я вот не хочу ее забирать сейчас оттуда опять. Ну и хрен на тебя. Ай-яй-яй. Блин, не успел. Надо быстрее шевелиться. Да не туда ты, блин, ты можешь развернуться. Плохо, что тут... Не совсем. Да нет, блин, вот последний там маг. Ладно, в другую сторону будем разворачивать тебя. Куда ты? Куда? Блин. Не такое-то простое дело. Блин, 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 блин. Так. Прыжок. А что-то не понял, почему ты? Получается, блин. Да как мне с тобой сладить-то?
Ну давай, помирай. Надо докрутить-то. Давай. До контрольной точки хотя бы. Чтоб мне по этим сосулькам снова не лазить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Вот. О. Что теперь? Вниз и попробуем подняться в другом месте? Я пока не собираюсь сдаваться. Я должна найти дорогу. Давай, находи. Так. Вот так. Куда тут идти? Контрольная точка, это вот хорошо. Это место крушения. Сколько тебе было лет? Кажется, 9. Что-то вроде этого. Так. Блин, подскользнулся. Так. И как мне вот тут? Это место. Место крушения. Сколько тебе было вот лет? Кажется, 9. Что-то вроде этого. Давай. Так, скатываться надо будет. Блин. Пошустрее надо. Мы это исправим. И давай. Вперед. Еще немножечко. Вот так. Сумел. О, вот это уже настоящая экипировка для восхождения на гору. Это люди Ратланда. Я просила его заниматься своим делом, а он носится за мной по всему свету. Может, он тебя не расслышал? Думаешь, он внутри? Сомневаюсь. Наверняка сейчас лежит дома и плюет в потолок. Так. Все выглядит каким-то нереальным. Я представляю. Это куда-то надо тащить. Так, ладно. Давайте смотрим. Могу сдвинуть. Возможно, это нужно передвинуть. Давай. Это можно подвинуть. Ну, хорошо. Кто-то где-то есть. Ага. Понятно. Я прям слышу, что где-то тут зверь есть. На. Давай, снежный барс. Давай, все равно в тебя попадают какие-то пули, да попадают. Ладно, будь осторожна. Эта штука может свалиться в любую секунду. Я знала об этом, как я знаю сейчас. Не переживай, Зип, со мной все будет в порядке. Не получается, хорошо. Вниз. Понятненько, так мне надо туда проходить.
Так. Ну, давай вот сюда в самолет. А, подождите. Какой самолет, если меня... Мне в самолет, а надо вообще идти? О, стой! Если ты не уравновесишь этот конец, то загремишь на дно ущелья. Хороший совет, Зип. Ты всегда присмотришь за мной. За тобой и за Винстоном. Он выписывает чеки. Давай. Давай, давай, давай. Вот так надо уравновешивать. Давай, 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 давай. Вот так. Только я не знаю, куда мне надо. А, тут хрень такая какая-то была. Так что... Ничего страшного. Чё, путешествия не будет на самолете? Да. Это он. Не успел. Ладно. Давайте. Я возьму эту штучку. Да, не так. Сломала ножку. Давай-ка вот сюда. Хоп. Ну давай. Бери. Хотя ты мне и не особо-то нужна была. На. Так, уравновесить, уравновесили. Теперь давай поиграем. Это клавишами. Да. Это он. Штука для соединения меча. Поймал. Получилось. Вот так. Вылезли оттуда. Хоу. Теперь можно собирать меч. Конечно. Просто спросил. Обычно ты копаешься в чужом прошлом. Вот тут ты ошибаешься, Зип. Это все звенья одной цепочки. Теперь осталось еще одно место, которое я бы хотела посетить. Это недолго. Смотрим, куда нам можно. И прыжок. Ой-ой-ой, на них сильно не задерживаться, да, получается? Понятно. Так, значит, на них сильно не задерживаемся. Хоп. Хоп. Суть-то правильно, просто прыгнуть не успел. Давай. Хоп. 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 И хоп. Позвоните Кузе, начинается. Хоп. От такого мороза, да, металл трескается и ломается. Собрали. Господи, Лара, это фантастика! Ты только посмотри, да это же настоящая находка! И... Давай, давай, давай. Находка. Находка это такой... Мне это место совсем не нравится. Так. Стараюсь. И еще немножечко.
Блин, вообще не туда. Блин, блинский. Господи, Лара, это фантастика. Это тут. Ты только посмотри, и врагов не надо. Настоящая находка. Хрен пройдешь. Давай еще разок. Мне это место совсем не нравится. Так. Давай. Крутись. Не соскользни. Стараюсь. Да, не, да вот куда вот ты? Вот как ты разворачиваешься? Куда ты прыгаешь-то, блин? Что за управление? Господи, Лара, это фантастика! Да ты заколебал. Ты смотри, да это же настоящая находка! Находка тебе. Я из-за тебя, блин. Из-за твоей находки. На. Жоп. Соскользни. Стараюсь. Давай. Опаньки. Блин, еще этот кривой лед стоит. Наверное, здесь живет злой братец Деда Мороза. А ты даже не знаешь, что такое Дед Мороз, у вас Санта-Клаус. Так, что-то я не понял. Вы что думаете, что я смогу допрыгнуть, что ли? Так. Ага, значит, все-таки правильно я сделал. Блин, а я-то думал, прыгать, ага, сейчас прыгать. Хрен вы там допрыгнете. А, подождите, я неправильно, да? Вы же не думаете, что я ради вот этого сюда только шел? Дальше-то некуда, да, пройти? Так. Куда вот? А может за этот выступ я смогу зацепиться? Ну-ка. О, черт, смотрите-ка, побрал. Смогу. Это слишком рискованно, Лара. Не волнуйся. И... опа! Так. А куда мы потом? На. На. Господи, я больше не могу на это смотреть. Ты всегда так говоришь, что продолжаешь смотреть. Вот сюда. Люди Ратлан, где вы были, ребят? Я вас только искал. Бумк. Блин, только-только вас нашел. Да. На. Вот так сойдет. Все, теперь вот. Аптечки есть, нету? Аптечки. Откуда?
попал. Давай, какие-то пули попадают в тебя. Я даже рисковать не буду. Хоп. Куда тут надо идти? Хоп. Ага. Подожди, отпусти. Соберем, всех их вместе соберем. Не получается, да? Так, я могу собирать? А, холодно, да? Хрен мне не аптечка. Вместе соберем. Соберем. Аптечки мне не видать. Ну, вроде так я и не покоцал. Вот, глюк какой-то был. Вон она, аптечка вроде как есть, а вроде ее как и тут и нету. Понятно с вами все. Давай. Идем к вершине Назарика. Опаньки. Собрали. Надо выше. Ну. Давай. Поехали. Что меня тут здесь ждет? Ой-ой-ой-ой-ой, контрольная точка. Даже не думай переплывать. Ты просто превращаешься. Да я уж понял, что превращусь. Но я думал, перепрыгну. Так, и... На эту я перепрыгну. А если... Нифига. Вот так. Сюда, сюда, сюда. Перепрыгнуть я не смогу. Боже, Лара, ты наверняка совершенно окоченела. С тобой все в порядке? Да, со мной нормально. Я промерзла до костей. Боже мой, как холодно. Так, ничего страшного. Но я справлюсь. Я справлюсь. Куда мне здесь? Ага, вот так. Замечательно, Зип. Перестань. Прости. Вижу. Да не туда. Ну, давай. Куда там дальше? Так. Ну и хрен на тебя.
Ой. Аптечка. Давай, хоть одну-то сохраним, аптечку-то. Да тихо ты. В прошлый раз вас здесь не было. Так. Вас? Он что, не один? Блин. Ну что, поздравляю. О, а еще прыгнуть туда могу, да? Или вот так спуститься? Нет? Или куда я спускаюсь? Спустился куда-то. Куда-то, куда-то. А что здесь надо? Ну-ка. Да, блин, вот в одну была расщелина, я тоже в нее попал. Ладно. На. В прошлый раз вас здесь не было. Эй. Хоп. Так. Вот он, вот он, вот он, вот он. Давай. Не факт, что он один. Двери раньше не были закрыты. Мне нужно узнать, как их снова открыть. Давайте. Так. Мне просто интересно вот здесь вот. Нету никакого подвоха. А, можно было поверху, да, так аккуратненько пройти. Не будем подходить близко и рисковать. Мало ли, какие там манипуляции были совершены с ним. Хоп, прыжок, прыжок, прыжок на одной ножке. На ножке картошки. Так. Здесь головоломка. Как я понимаю, с моим весом связано. Вот так. Собрал. Ну, серебряную там оставил даже. Ладно. Поставим сюда. Вот так. Теперь второй куб будем затягивать. На. Все. Тихо. Как? Ага, надо куб сюда, маленький. Так, ну-ка минутку тогда подожди. Будешь здесь. Нет, это сюда. Сюда не пойдет. Значит, этот стаскиваем обратно.
Так. Контрольной точкой будет что, мой вес, что ли? Что-то я недопонимаю. Какой вес должен быть? Так. Так, а может... Может я не тот шар туда ставлю? Ну-ка. Если... Пошел отсюда. Вот на эту золотую, может, он тот золотой куб надо затащить. Так, тогда получается, опустись. Так как это первая Лара, не должно быть слишком так уж сложно, замудрено тут как-то. Головоломка, но не для первых. Так, ладно. Ага, хрен я сейчас так затащу, да? Да. Значит, маленький кубик сначала ставим. Так, сюда иди. Иди сюда. Давай. Иди сюда, стоять. Пойдем. Будем затаскивать вот этот куб. Значит. Угу. Подожди ты, блин. Теперь он тот куб. Подтащим. Иди сюда. Так. А этот мы тогда сюда. Спасибо, он уже подходит. Давай. Получилось что-нибудь? Что, не совсем ровно или как? Утопился даже. У каждого предмета здесь есть символическая функция. Было бы здорово, если бы вжить. Прекрасно. Не одно, так другое. Я в ловушке. Поздравьте меня. Откуда ты знала, что оно тут окажется? Понятия не имел. Дайте мне минутку. Давай, собирай. Скрепи их. Ну, какой-то меч из Варкрафта прямо-таки. Такой же несуразный. Эскалибур восстановлен. Отличная работа, Лара. Теперь у меня есть мега-меч. Он разрушен, но, возможно... Подделка, что ли? Если это все, что он делает, мы впустую потратили кучу времени. Пора начинать придумывать, как покинуть этот... Как насчет помахать Эскалибуру? Просто так, для развлечения.
Это бесценный артефакт, а не игрушка. Я просто предложил. Так, а куда тут? Тут еще, еще есть. Ага. Куда-то вошел. Как тут пол держится? Беги, Лара! А я бежал. Ладно. Давайте еще разок. Теперь мы знаем, как молодой Артур стал королем. Как ты. Беги, Лара! Давай. Ну что, Лара, будем еще любоваться видами или ты закончила? Мы возвращаемся в Боливию, а там посмотрим. С пердячим паром мне как-то пронесло. Так, продолжаем. Не останавливаемся. Ну да и хрен с вами. Далее. Прошло время вернуться в Боливию. И вот мы здесь, в Боливии. Мне понадобится свежая голова, парни. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Удачи. Теперь-то у меня есть мега-меч, как джедай. Сейчас вас расхреначу к щебеням собачьим. Каждый, кто встанет между мной и камнем, умрет. Стой. Я не хочу, чтобы здесь случилось что-то непоправимое, но это произойдет, если ты подойдешь ближе. Да. Вам непонятно, что ли было сказано? Убейте ее! Ах вы, падлы! Тихо! Да. Давай-ка! Тихо. Вау. Это кто посмел? Лимонка. Какая лимонка? Ну ты куда пошел-то? Вы понимаете, что нам всем хана? Джеймс! Аманда! Да, старше! Джеймс! Начинается бразильский сериал. Мне жаль, Аманда. Ромео, Джульетта! Правда. Что ты делаешь? Не подходи к нему! Это то, зачем я пришла. Не стоит, Аманда. Мы обе можем сделать это. Это работает только один раз. И я намерена получить все. Сейчас получишь. Итак, валим от него подальше пока что. Блять.
Наконец-то хоть встретились. Вытаскивай. Мама, послушай меня. Все взорвется, если ты не вытащишь меч. О, боже. Нет! Идиотка, ты все испортила. Все эти годы я винила себя, а это была ты. Ты убила ее. Убила? Она не умерла. Она отправилась туда, куда должна была пойти я. Объяснись сию же секунду. Или клянусь, я убью тебя на месте. Я говорила тебе вытащить меч. Я говорила... Отвечай. Где моя мать? На Авалоне. Это не миф. Ты не понимаешь? Ты никогда не поймешь. Я зря сотрясаю воздух. Вот так вот. С этой секунды каждый твой глоток воздуха мой тебе подарок. Лара. Многие годы мой отец верил, что мама жива. Только это давало ему силы идти дальше. Я жалела его. Алистер, немедленно ступай в Британский музей. Позвони мне оттуда. Оденься потеплее, это надолго. Хорошо, я иду. Зип, позвони профессору Эддингтону в Кавендишскую лабораторию. Договорись о встрече. Сделаю. Что ему передать? Скажи ему. Скажи, что мой отец был прав во всем. И что, возможно, у нас еще есть время что-нибудь сделать. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!